57-й звездный интернациональный поход отправились сегодня студенты и преподаватели педагогического университета. Этой традиции уже больше полувека. Днем в ВУЗе состоялся торжественный митинг. Участники похода побывают в 10 районах Минской, Брестской, Гродненской и Гомельской областей. Встретятся с ветеранами войны и труда, посетят мемориальные комплексы, выступят с концертами. В этом году география ширится не только среди регионов, которые посетят студенты, но и среди тех, кто участвует в походах. Кроме белорусов, это студенты из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Всего больше 300 человек. Я приехала с Караганды, из Казахстана, с целью почтить память моего дедушки, ветерана Великой Отечественной войны, пройтись по боевым землям, где когда-то мой дед воевал. Ну, на самом деле, давно очень хотела приехать в Беларусь. Очень много слышала, очень много знакомых здесь бывали. Хотелось посмотреть, когда узнала, что будет в походе чтиться память о Великой Отечественной войне, тогда еще больше заинтересовалась. Это очень важно, когда молодые люди между нашими государствами в тесной связке, в таком важном моменте, как чтение исторической памяти, героического подвига народа, популяризация педагогического образования принимает участие, что в последующем, как мы с вами понимаем, заложит основы дружеских отношений, основы деловых отношений между уже взрослыми поколениями наших государств. Самое главное, что они сохранили традиции, сохраняют историю о той страшной войне и приумножают эту историю. Вот это самое главное. Ну и хорошо, что подключились студенты других стран. Это для нас является очень символичным, потому что победа ковалась вместе. К слову, этот проект реализуется в главном педагогическом вузе страны с 1966 года. В этот раз событие приурочено к году исторической памяти.